Пляж отеля Гранд Капитан. Я взял себе немножко спрайту, чтобы прогуляться по пляжам. И показать вам, что тут происходит в Турции. Время сейчас около 17:00 примерно по Москве. Вот здесь пляж отеля Гранд Капитан закончился. Кстати, ходить вот по такой вот гальке раскаленной без тапок вообще просто невозможно. Ноги прям жарят. Все это дело раскалилось. С утра еще нормально было. А сейчас вот я попробовал босиком пройтись. Это, конечно, невыносимо. Вот она, скала тут. Это плита природная, тут никто не купается. Нет, мужчина стоит на этой плите, не знаю, чем там стоит. Вот. Но чтобы искупаться, нужно ее перейти и дальше вон там куча людей. Кто-то приезжает на своих машинах и оставляет их прямо на обочине дороги. По улице Ататюрка. Вон указатель там. То есть дальше у нас Мерсин идет. Там до него километров 300. Видите, где эта плита природная, и никто, в принципе, не купается, потому что там неудобно купаться. А как плита закончилась, там он, может, не закончилась, может, она там просто подальше от берега находится. Там народ еще, как в Сочи примерно. Сюда можно прийти, бросить полотенце и заныривать смело. Вон ступеньки на дорогу ведут. Не знаю где как, но здесь в отеле Grand Yusal русских как бы немного. В основном немцы и турки. Ну и еще я не знаю,
кто там из какой страны, но услышать русский язык редкость. Некоторые ребята там разговаривают по-русски с персоналом. Вот, а большинство персонала не разговаривает и приходится с ними как-то жестами общаться. Вот. Кстати, такой минус или не минус, не знаю, заметил. Вот, кто любит ходить там на рыбные эти процедуры, там пилинг или как он там, где рыбки массаж ногам делают, здесь, если вы стоите на месте в воде, или там по шейку, или там по грудь, вот, вас может тяпнуть рыбка за ногу размером с ладошку примерно. И это, я хочу сказать, ощущение не из приятных. Вот они там плавают по дну. И также, если вот у вас есть ранка на ноге, мозоль, то они за эту ранку вас могут тяпнуть. Так что будьте бдительны, рыбки злые тут. Маленькие, но злые. Не знаю, каким они там размером, эти рыбки, на самом деле. Ну, я нырял с маской. Вот, их там видно прям полно. Иду, докуда хватит батарейки в камере. Здесь вот прям как в Сочи, прям такая же галька, и море такая же галька, и даже цвет воды чем-то напоминает Черное море прям, да? Напишите в комментариях. Похоже очень на Сочи вот это место. Люди постелили полотенчиком и отдыхают. Вон указатель висит. До Мерсена 348 километров. Вот. До Гази 39 километров. Вот так вот выглядит горячий август в Турции. Я вот пока иду с камерой в течение этого видеоролика, я вот уже весь сырой, если честно. Я уже хочу купаться. Хочется залезть в воду.
и освежиться. Иду из последних сил. Ради того, чтобы вы посмотрели, как выглядит пляж в Турции. Вот смотрите, здесь вот прям натуральное Сочи, так скажем. Прям похоже очень. Галька. Вода. Хотел дойти до речки. Если батареи хватит в камере. Хочу показать вам речку. Типа как в Лазаревском, допустим, в Сизуапсе. Только местная. Димчай, по-моему, она называется. Вот, если кто ездил на эту речку, там в горах есть кафешка. Можно в прохладном таком месте посидеть, там попить чаю на завтрак, чтобы этот завтрак перешел плавно в обед. И из обеда уже в ужин. Местные там любят отдыхать. Вот, напишите в комментариях, стоит ли ехать в это место или нет, не знаю. Попаду я туда. На вершину. А сейчас иду туда, где эта речка впадает в море. Вот, видите, купающихся, конечно, поменьше, чем в Сочи. Да, вот уже подходим к речке. И я надеюсь, что камера не выключится, потому что с собой не взял я запасной аккумулятор. Девушка ловит загар. Очень. Очень в интересной позе. Такой, как будто позирует на камеру. А камера только моя. Очень жарко, ребят. 17:00-то. Не ходите, не советую. Лучше приходить попозже. Часиков в 6 вечера или даже в 7.
Вот оно и море прогретое, теплое. Сейчас попозже сделаю замер, какая же температура воды вечером на море, потому что по ощущениям оно очень теплое. Но что-то руки, как говорится, не дошли. Птички турецкие, голуби. Идет 15 минут, мы шли примерно. То я раньше как-то снимал в Лазаревском закат. Никому что-то не зашло. Может, в Турции понравится закат. Сейчас, ну, до заката еще долго. Я наоборот в обратную сторону иду от солнышка. Солнышко получается вон там, где скала. А здесь у нас речка впадает в море. Вот такое сильное течение. Как это выглядит. Не знаю, можно ее там перейти или нет, какая тут глубина. Но, думаю, небольшая. Вон там люди ходят по речке. Водичка в ней, конечно, попрохладнее значительно. Я даже не знаю, градусов 15 или 18. Вот так примерно все это и происходит. Можно сюда прийти, поставить зонтик и чилить на расслабоне. Да, водичка прям аж ноги сводит, прям холодная, Ух, прям аж ноги свело. Не знаю, купаться, наверное, в ней прохладно, ребят. Вон там рыбку ловят. Ну и пойдем в обратное направление. Сейчас поднимемся на шоссе. Пляж я вам показал. Сейчас покажу дорогу, если батарейка не сядет. Камера не выключится. Вот здесь люди паркуют свои байки. Кстати, на байках тут гоняют даже по тротуарам. Так что еще в этом плане нужно быть бдительным, чтобы не сшибли. О,
Вот люди приехали, припарковали свои байки и пошли купаться. Вот, а мы идем в сторону заката. Вот так вот выглядит пляж издалека. Со стороны, получается, дороги. Тут-то вот навряд ли получится подняться. А дальше там вон есть ступеньки. Мы сейчас поднимемся. И пойдем уже. Там по тротуару. Там и тротуар, и велосипедная дорожка. Все в одном. И скутеры там же ездят эти. Они же байки. Вот, идем навстречу ветру. Тут идти покомфортнее, конечно. Там босиком ходить просто нереально. Вон там можно по ступенькам подняться, а здесь просто вот такой склон. И вот, значит, улица Ататюрка. Если вам надо добраться вон до той скалы, на любой остановке садитесь в автобус. Единичка. Где-то 25 лир стоит проезд, кажется. Вот, и если вам нужна стоимость в рублях, умножайте на 4. И получается где-то 100 рублей проезд на автобусе. Потому что вот до скалы, до этой идти, вот отсюда где-то час-полтора, может час-два. Но до скалы может поменьше, может час. А если надо на пляж Клеопатра, он за скалой. И где-то часа полтора это займет. И по такой жаре это сделать, конечно, очень тяжело. Так что лучше сесть в автобус и доехать. И там где-нибудь вылезти. Ну, примерно там увидели памятник там, Ататюрку или еще что-то. А здесь вот припаркованные машины, они приехали скупнуться на пляже. Вот так вот. Находите свободное место, паркуйтесь. И купаетесь. Есть кафешки. Если вы не живете в отеле, где все включено, а живете, где все выключено, или в квартире, то можно прийти вот сюда на пляж и купить за деньги себе там чай, кофе, сок, алкоголь. Такие вот треножки прикольные тут есть. Не знаю, в России я что-то так пока еще не встречал. Что это за Рено? Клио. Ну, вообще кайф. Рено Клио. Я бы себе такую купил. Фиатов тут очень много. Фиаты, смотрите, какие красивые. Вот в России таких машин нету, к сожалению. Я ни разу не видел таких фиатов. Это старенький фиат. Уже краска вся облезла. Пежо какой-то. Даже не знаю, какой это. Какое-то Пежо. Видите, Пежо 01. Фиат
понимаю, что за марка, надо на паузу нажать видео. Фиаты вообще прикольные. Вон кросс аэро. Да, смотрите, какой фиат. Я бы хотел себе такой тоже купить. Классные тачки. Мерседес-то это все понятно, конечно, с Volkswagen. Вот, но почему-то вот я не встречал такие модели ни Рено, ни Фиатов в России. Может, где-то ездят в очень небольшом количестве. Посмотрите, такой Opel прикольный. Это, наверное, типа Corsa новая. Corsa. Это вот старая Corsa. Дизелек. Такое примерно движение. Сейчас через час, я думаю, сейчас будет пробка. Вот это сейчас, вот в 5 часов все довольно-таки свободно. Зря ходил для вас. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вот я уже подхожу почти. Mitsubishi такой интересный. Что это за модель, я даже не знаю. Роллеры прямо вот по тротуару практически гоняют. Вот улица Ататюрка, она такая не торговая, не сувенирная, она больше вот загруженная машинами именно для движения. То есть для сувенирчиков то надо куда-то с нее свернуть на какую-нибудь параллельную улицу ближе к центру. Вот там у скалы в любой проулочек сворачивайте, и там полно всяких сувениров там. Вот. А здесь чумовое движение, вот такое. Так, вот здесь, наверное, мне надо спуститься уже, потому что спусков на пляже очень мало. В районе нашего отеля. И здесь у нас получается мы спустились, и куда мы попадаем, даже не знаю, куда мы там попадаем, надо посмотреть. На пляже то мы уже были. Вот, а сюда сейчас посмотрим, куда мы попадаем. Так, а здесь мы попадаем на улицу куда-то, где есть какие-то сувенирчики.
просто обычный магазин. Здесь можно вон, купить кепку себе, и шлепки. Все как вы любите, как в Лазаревском, Сочи там. Домашний текстиль. Пожалуйста. Что там у нас есть? Экскурсии продаются. Временные тату. Можно арендовать машину. Тапочки, кому надо. Магазин местный. Такие вот Honda стоят. Тут какие-то опять вон iPhone можно купить. SE, SE. Мигрос, пожалуйста. Вон там отели, Гранд Юсал, Гранд Капитан. Здесь банкоматы прямо рядышком. Если у вас есть карточка. Вот она опять пошла. Это уже не Абакурка улица, это другая. Я не помню, как она называется. Вот Мигрос у нас тут. Мигрос — это как в России Магнит или Пятерочка. Как-то вот так вот. Что-то в этом роде. Сейчас вот я стаканчик выкину, я спрайт допил. И пойдем дальше. Вот такая вот опять суета. Видите? То есть я по подземному переходу прошел. А вот на ту сторону уже перейти — проблемка. Вот магазин велосипедный. Велосипедики продаются, пожалуйста. Растения растут, не знаю, что это. Кто знает, напишите в комментариях. Прямо на улице такие растения растут. Вот, и получается, надо опять спуститься, чтобы попасть к морю. Вот, Go to Beach. На пляж туда. Опять идем к морю. Yeah.
сейчас уже, наверное, камера выключится, потому что заряда уже не остается. Но все, что я вам хотел, я вам показал, ребят. Я дошел до речки, и даже больше я вернулся обратно на свой пляж практически. Что я еще хотел сказать в завершении вот этого видео? Я хотел выразить благодарность тем ребятам, которые писали под роликами, когда я выкладывал ролики про Лазаревское. Вы там писали: фу, помойка, как тут можно вообще купаться? Вот. И, ну, я там кого-то даже спросил, помню, а где купаться? И там кто-то ответил в комментариях: ну, хотя бы в Турции, и то лучше. Я, как говорится, психанул и съездил, получил загранпаспорта на всю семью. На всю семью. То есть у меня раньше не было загранпаспортов. И я как бы не мог съездить в Турцию-то. И вот когда я ролики выложил в прошлом году, в 2022-м, вот, вы там написали, что это помойка, опять же, я психанул. Съездил, сделал загранпаспорта и для себя решил, что все, в 23-м году я уже в Сочи не поеду, я поеду за границу, куда-нибудь, куда угодно, выбрал на Турцию, так как вроде как у всех прохладнее, потому что в Дубае, говорят, вообще там пекло. Вот. В некоторых странах-то вообще летом как бы не сезон, говорят. Поэтому выбор пал на Турцию. Я вот приехал сюда, получается, первый раз вообще за границу. Первый раз в Турцию. В Аланию. И я хочу сказать, что я доволен на все 100%. Вот женщина, она как лежала, так лежит уже вот с начала этого ролика. Вот так что, ребята, те, которые ездят только в Сочи или в Анапу, в общем, на Russian Youth, я вам от души рекомендую съездить Турцию или не знаю куда еще там. Вот, и вы поймете, какой же вы помойке отдыхали. Вот, я это понял. Но я, конечно, отдыхал опять же по другим деньгам в России. Вроде говорят, что все включено, нафиг оно нужно. Оказывается, нужно, ребят. Именно вот все включено, ты не паришься, в какую тебе столовую надо идти. Чего ты будешь есть? Ты просто наложил то, что тебе нравится, и съел, а ты сыт. Захотел перекусить, пошел в снэк-бар, съел шаурму там или гамбургер, глотнул пивка, когда захотел. Я наконец-то дошел до своего пляжа. То есть это пляж отеля Гранд Капитан. Я с него начинал видео. А наш пляж вон следующий, Гранд Юсал.
видите, там тоже сейчас вечером пришло много людей, потому что приходят местные скупаться. Я разговаривал с тут женщиной, они вообще из Баку 10 лет назад сказали, как купили квартиру в Турции, и каждый год приезжают на 2 месяца. Вот так вот люди здесь чилят. В общем, всем желаю я хорошего отдыха, чтобы были финансы на этот хороший отдых, потому что это тоже немаловажно. Если нет финансов, то можно только съездить на местный водоем. Если у вас, как говорится, 5000 в кармане, то только на бензин, да на пивко и до ближайшей речки. Вот. Ну а я что, я завершаю это видео вот на этом вот дереве. Всем пока.